сегодня 11 января, решили выехать в поле. Погода у нас не радует. Вот так вот все занесло снегом. Многие подписчики стали просить показать теплицу после тех ветров, которые у нас были. Все в новостях видели то, что Оренбургская область заметает. Конкретно заметает. Был очень сильный мороз. Сейчас поедем в поле, все покажу и расскажу. Офигеть, лед, поликарбонат не нужен. Сантиметр льда. О, дождь конкретно дал. Ну как обычно нашим способом. Выглядит теплица изнутри. У нас был сильный ураган. Теплица вся в глазури. Снаружи сантиметр льда. Поликарбонат, конечно, сделался. Вот такой вот лед. Прибавит нам работы весной. Обычно мы сюда приезжали зимой и радовались. Сейчас здесь пипец какой-то. О, вон еще порвало, смотри. Выдавило, наверное.